Нет, у нас трунь, точит перчик сладкий. Я, честно говоря, думала, что он его выкинет, поэтому даже не снимала, как я ему дала этот кусочек. У него было такое лицо. Но он его не просто точит, он его глотает, а не расшвыривает, как клубничку. Держись, трунь, не падай. Это место в штыря, поэтому он не очень ловко здесь сидит. Ты куда отлететь хочешь? Смотри, у тебя крыло вон там задело. Это был скример. Скажи, что пристало, курю перец? Ну вот, только я сказал, что он его не кидает, а он его кидает. А где штырик у нас? Надо штырику тоже дать. Я терпеть не могу сладкий перец. Мне от его запаха аж дурно становится. Это очень неприятно. Вот. Но я по уценке в магазине купила такой, который уже мягенький, то есть портиться начнет скоро. Вообще купила для сверчков и тараканов. Но с плюшки тоже не отказались. Ешь, не мышь. Такой победитель всех перцев. Ночью они всю ночь охотились на мотыльков, на сверчков, на мышей, кусочки. Я слышу где-то пик. Я, кажется, знаю, откуда он раздается. Так. Штыренька. То есть трунь тут перестал сидеть, и ты решила, что можно тебе. Прекрасно. Давай-ка мы с тобой отсюда выйдем. Выходи. Давай, давай, давай. Ой. Мы там перчиками балуемся. Я верну тебя на твое законное место. Прыгай. Хрусти его. Вкусно.
Фрукты и овощи для сплюшенек не являются едой. Нельзя даже предполагать, что можно там мышей, насекомых заменить перчиками или там какими-нибудь салатиками. Нет, ни в коем случае. А фрукты и овощи для них заменители воды. То есть водопоя, жидкости. Они из них получают именно сок, который поддерживает водный баланс. Потому что сплюшки в природе живут в засушливых местах. Например, там в Крыму. У нас в России в Крыму, Краснодарский край. Различные такие степи, лесостепи, то есть сада, сады занимают. Вот. И в садах, никогда возможно, они подкармливаются там какими-нибудь ягодками, зеленью, еще чем-то. Потому что источник воды для сплюшки найти достаточно сложно. То есть, либо это какой-то там, если большой растительный канал, сплюшка там может просто утонуть. А лужиц там, в принципе, нету, чтобы из них пить, или маленьких ручейков каких-то. Вот, поэтому они приспособились есть именно вот сочные фруктики и листики. А в Африку, куда они улетают зимовать, ну, точно так же. Поэтому нельзя, если вы думаете, о, я заведу сплюшку там и буду кормить ее салатиками. Нет, не получится. Кормить ее надо насекомыми и мышами. А вот это вот всякие вот эти вот лакомства в виде фруктиков, ягодок, это только все равно, что вы поилку с водой поставите, вот то же самое. Да? Уронили. Фу, таким быть. Неаккуратно. Ой, уйня завелась. А ты уже почти закончил. Ай, ну и что ты уронил? Кусочек, смотри, самый, самый сочный, самый вкусный. Скажи, это не мое. Убери. А, страшно. Ну все. Трунь поел. Же был вкусный перец. Что, что ты мне давала? Что это вообще? Убери. Дурак ты, Трунь. Штыренька доедает тоже. Половинку, правда, уронила. Ну, им прям понравилось, да, больше, чем клубничка. Видимо, перчик и держать удобно, и какой-то он такой более хрустящий, более... Не знаю, как они выбирают, что им больше нравится. Но перчик зашел лучше, чем клубничка. Да? Прекрасно. Вытирает нос.